Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Максим Галкин в своем микроблоге поделился первыми кадрами со школьного праздника. Семилетние двойняшки вместе с мамой и папой появились на торжественной линейке в День знаний. Отметим, своих дядю и тетю на уроке проводила 9-летняя Клава, дочка Кристины Арбакайте. Дети, по нашу душу уже какие-то журналисты собрались, а? Угу. А вот ведь... Это их работа. В первый класс ты спокойно не пойдешь, а? Не в первый, а во второй класс. А, ой, прости. О, вот она, компаша. И Клава провожает Гарика с Лизой. Друзья, для поднятия государственного флага Российской Федерации и флага Первой Московской гимназии приглашаются ученицы 11 класса. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.